Ранее в невероятном путешествии дяди Деды. О нет, дело плохо, дело совсем плохо. У нас светящиеся черви. Сколько раз тебе повторять? Если берешь мой читательский билет, то возвращай книги вовремя. Виноват. Больше не могу, брат. Не волнуйся, я тебя держу. Я уезжаю в Голливуд. Нужно вернуть звезды царю Нептуну, пока еще не слишком поздно. Верни мне мою кошку! Смотрите «Невероятное путешествие дяди Деды», часть вторая. Распродажа мандаринов. Совсем неплохая цена для американского сыра. Ну да, ты права. Ты что-то сказал, дядя Деда? А? Ты вроде что-то сказал. О, я беседовал с настоящей гигантской летающей тигрой о вечных ценностях. А. В следующий раз «Невероятное путешествие дяди Деды». Ты называешь это отпуск? Нас несет прямо к порогам дьявола! Виноват! Ничего не выйдет, Стивен. Что? Пойми же, мы не... Об этом позже. Скажи, ты выйдешь за меня? Не знаешь, где мистер Густ? Он погиб. Довольно! Теперь с доброй сумочкой покончено! Что? Нет, скажи, что это не так! Но это ужасно! Дядя Деда! Да, большущая у вас машина. А можно мне порулить? Виноват. Детка, ты выйдешь за меня. Что это? О нет, только не это!